Еще одна наша звездная путешественница приехала из Казани. Это Аделя Фарукшина. Аделя очень любит музыку, которая поднимает настроение. Ту, которая звучит сейчас на нашей космической дискотеке. Если бы Аделя стала волшебницей, то изобрела бы машину времени, чтобы отправиться в будущее. Хотя, может быть, наш конкурс и есть такая машина времени, которая чудесным образом переносит детей в звездное будущее. Аделя Фарукшина, номер 13.